Согласно приказу Тоттенкопфа, доставка оборудования, имеющего отношение к тени, должна осуществляться в первую очередь до остального оборудования и материалов. Артиллерийские орудия, связанные с тенью, должны быть в кратчайшие сроки доставлены в среднюю часть ангара. Контейнеры со знаком секретности необходимо доставить в строго охраняемую зону в передней части.
капитан, просьба напомнить своим подчиненным, что в режимных зонах, таких как огневые точки и верхние взлетные площадки, курение строго запрещено. Напоминаю, что в обоих зонах хранятся огнеопасные материалы. Одна искра может повлечь за собой серьезные разрушения и потери в личном составе. Признателен вам, герр доктор. Благодаря вам мы узнали, где следует вести раскопки. На мои данные можно положиться. Именно я сказал, что на вокзале будет Янки, и устроил ловушку на Каролину Бекер. Это правда. Но последние данные о портале вызывают сомнения. Как убедиться, что он останется открытым? Уверяю вас, мои ученики верно истолковали тулийские манускрипты. Портал будет работать. Да, ваши ученики, они так и не догадались о ваших истинных намерениях. Что вы притащили их в Айзенштадт, чтобы переводить тулийские манускрипты для Третьего Рейха? Нет, Блажкович отвлек их на свои делишки. Они ни о чем другом и не думали. Золотой рассвет не подозревает о нашей работе? О моей работе, доктор. Не нашей. Как скажете. Пожалуйста, давайте войдем в мир Черного Солнца. Я хочу воочию увидеть то, из-за чего вынес столько насмешек. Простите, доктор, но вас ждет совсем иной путь. Auf Wiedersehen. Идемте со мной. Скоро будет произведен выстрел. На борту американский шпион. Стрелять без предупреждения.
понимаю ваше волнение, доктор. Однако вам не о чем беспокоиться. Мои люди прекрасно осведомлены об опасности, связанной с легко воспламеняющимися материалами, поэтому курят на безопасном расстоянии. Возможно, вам следует заниматься вашими пробирками, а сражение предоставить настоящим мужчинам.
Теневые орудия и накопители энергии не должны храниться в обычных оружейных ящиках. Подобные предметы и виды вооружения являются особо охраняемыми объектами и должны перевозиться непосредственно в режимные зоны.
Я проник на борт Цепелина и подслушал разговор доктора Александрова с Тоттенкопфом. Оказывается, Александров и был тем самым кротом. Но он работал не один. Судя по всему, Антон Криги тоже передавал информацию нацистам. Затем Тоттенкопф казнил Александрова. Если честно, мне его совсем не жаль. Теперь я должен последовать за Тоттенкопфом и Гансом Гроссе в мир Черного Солнца, чтобы помешать им уничтожить Айзенштадт с помощью сверхоружия.